Привет с фронта, дорогие земляки, выражаем вам большую благодарность за внеочередную гуманитарную помощь от себя лично и от подразделения, в котором я выполняю боевую задачу. Хочу сказать огромное спасибо работникам культуры Ольховатского района, также Капанянскому сельскому поселению, которые помогают нам, не забывают о нас, передают постоянно гуманитарку. Это уже не первая помощь от вас. Спасибо вам большое. Победа будет за нами.